Друзья, всем привет! Это моя четвертая часть прекрасного видеообзора на отличный проект CarrotCoin. Сегодня скажу вам про приложение ICO и затронем некоторые другие темы. CarrotCoin создаст децентрализованное приложение на рынке золота, предоставив доступным торговцам золотом и поставщикам возможность маркировать один и тот же металл под одним маркером криптоактивных активов, создавая высоколиквидный и стабильный рынок. Общайтесь прямо с блокчейном в интернете. Управляйте своими золотыми изделиями, проверьте транзакции блокчейн, проголосуйте, чтобы выбрать золотые 150 доступных крипторесурсов, 85 поддерживаемых валют, живая торговля, быстрое выполнение, 10 технических индикаторов, подробный анализ рынка, обновленные новости, SHA 512 шифрование безопасности, доступен многоплатформенный, так сказать, отличное, по-моему, приложение ICO. Можно скачать как для iOS, так и для Windows. Так что же касается белой бумаги. White paper, думаешь. Прямой, быстрый, безопасный. Видение проекта заключается в создании децентрализованных финансовых услуг, основанных на народной экономике, которая обеспечивает как инвестиции в стабильность, так и агрессивные инвестиции, связанные с колебаниями рынка и подпитывающие залоговое обеспечение. То есть будет доступен, для различных слоев общества по потребности. Необходимо для будущих проектов, в то же время создает систему для разработчиков, которые используют токен CarrotCoin как рамка для различных разработок, чтобы ускорять внедрение технологии блокчейн. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, можете ознакомиться с White Paper более подробно. Так что же касается фонда Carrot. Фонд Carrot стремится поддержать организационные инициативы сообщества и гражданского общества, направленные на то, чтобы обеспечить всем выгода приобретателям, преимущество также обеспечить предотвращение или минимизацию любых негативных последствий. Так, помощь в построении лучшего мира. Это Эквадор. В Южной Америке, Боливия, Перу. Действительно, многие, так сказать, люди, даже дети работают в добыче золота, так сказать. Проект поможет, так сказать, этого избавиться. Проект поможет таким странам, так сказать, улучшить их жизнь в целом. Так сказать, проект делает действительно полезное и хорошее дело. Итак, я вам уже рассказал по большей части о отличном проекте. Это действительно отличный проект. Я вам советую в нем принимать участие активно. Советую в нем участвовать. 10% бонус здесь на данный момент. Можете присоединиться прямо сейчас к ICO. Это действительно самый отличный прибыльный проект 2018 года, по-моему. Вы можете купить токены за такие криптовалюты, как эфириум, биткоин, лайткоин и другие, которые увидите под кнопкой «Купить токены». Софткап уже давно-давно собран, хардкап уже почти достигнут, так что советую всем не медлить, пользоваться, пока есть 10% бонус. Все участвуют, все получают большую прибыль в будущем. Всем удачи, всем пока, увидимся в следующем видео.